Как стать зарегистрированным пользователем Zoom и получить доступы ко всем возможностям приложения Zoom. Пожалуйста, смотрите ролик до конца, и я расскажу о том, как восстановить доступ к вашей учетной записи Zoom, если вы уже регистрировались, и как пройти с нуля полностью бесплатную регистрацию в сервисе Zoom. Для того, чтобы зарегистрироваться в Zoom, даже если у вас на компьютере либо на телефоне установлено уже приложение, вы его скачали, все это абсолютно бесплатно. Для регистрации вам потребуется перейти на официальный сайт Zoom. Сделать это просто. В описании этого видео я размещу ссылку. Но, используя любую поисковую систему, например, Яндекс, вы можете в поиске Яндекс прям абсолютно по-русски написать Zoom официальный сайт. И Яндекс сразу же вам найдет официальный сайт Zoom. Он будет первый в поисковой выдаче. Кликните на название сайта. И вот так вот выглядит страничка сайта Zoom на компьютере. Вот так вот сайт выглядит, если вы то же самое проделаете с своего мобильного телефона. Я покажу процесс регистрации с компьютера. Скорее всего, если вы давно пользуетесь приложением Zoom, вы, возможно, когда-то уже регистрировались на этом сайте, заполняли профиль. И прежде чем нажимать на вот эту видную яркую кнопочку «Зарегистрироваться бесплатно», я вам рекомендую нажать на кнопку, которая называется «Войти в систему». Откроется страничка авторизации. Выглядит она вот так. Вам необходимо нажать на ссылочку «Забыли пароль». И в поле «Адрес электронной почты» введите электронную почту, которой вы чаще всего пользовались. Скорее всего, именно эту почту вы использовали при регистрации в сервисе Zoom. Еще раз повторюсь, для людей, которые давно пользовались сервисом, скорее всего, вы уже в нем зарегистрировали. Набираю адрес своей электронной почты. Подтверждаю, что я не робот. И нажимаю на кнопку «Отправить». Если вы зарегистрированы были в системе, то есть использовали эту почту, вы увидите вот такое сообщение, что на почту вам отправлено письмо с инструкциями. Открываем свою почту, ищем письмо от сервиса Zoom с темой подтверждения восстановления пароля Zoom. Все по-русски, все понятно. Сервис знает ваши уже регистрационные данные. Он поможет вам сейчас только восстановить свой пароль. Для восстановления пароля нажимаете вот на эту синюю кнопку «Восстановить пароль», либо можете щелкнуть вот на такую длинную ссылку, либо взять эту ссылку, например, скопировать в адресную строку. Я сделаю самый простой способ. Нажмите здесь. Меня перекинут на страничку, опять же, официального сайта Zoom, на котором мне требуется выполнить только одно действие – придумать новый пароль. Я рекомендую вам сразу же сохранить ваши регистрационные данные от сервиса Zoom в каком-то текстовом документе на вашем компьютере, ну и положить его куда-нибудь на видное место. Ну, скорее всего, это будет рабочий стол. Напишу, что это Zoom. Укажу свою почту, чтобы было все просто и однозначно. И сразу же сюда наберу пароль, который я буду использовать для Zoom. Пароль желательно сразу записать. Пароли должны быть большие буквы, маленькие цифры, и он должен быть достаточно длинным, ну, 8 символов. Вот этот пароль я сохранил. И теперь, для того, чтобы уже точно не ошибиться, я его скопирую в поле для ввода нового пароля. Обратите внимание, что мой пароль соответствует требованиям безопасности Zoom. То есть все требования я выполнил, все у меня зелененькое. Не менее 8 символов, хотя бы одна буковка в разном реестре, циферки. Если вы в своем пароле, например, не будете использовать хотя бы одну заглавную букву, то будет вот такое, смотрите, сообщение. Удалю этот пароль, ставлю новый. Три требования я выполнил, а одно требование по символу в верхнем реестре, это большие буквы, я не выполнил. Я сейчас просто добавлю большую буковку. Мне предлагают подтвердить мой пароль, ввести его еще раз.
Но мне проще, я его еще раз скопирую. Вот поэтому я все операции по регистрации делаю на компьютере, потому что мне удобно пароли сразу сохранять, копировать, то есть не тратить на это время. Нажму «Сохранить». Мне предлагают пароль сохранить в браузере сразу для удобства. Можно сделать и это. И если вот браузер, в моем случае Chrome, у вас браузер по умолчанию, то есть он у вас открывает все сайты, тот же самый конференцию Zoom он будет открывать, то все прекрасно. Пароль от Zoom в нем сохранен, и при подключении к конференции он спрашивать его не будет. Но лучше сделать еще один шаг. Этот пароль и логин, который вы только что сохранили у себя в блокнотике, сразу же внести в приложение. Я отыскиваю приложение Zoom, которое у меня установлено на компьютере. Я им пользуюсь регулярно. Я запускаю приложение Zoom и нажимаю на кнопочку «Войти в». То есть вот сейчас мне нужно авторизироваться в самом приложении с этими учетными данными. И в поле «Введите адрес электронной почты» и «Введите пароль» я вставляю. В моем случае, опять же, копирую только что сделанные учетные данные. И ставлю галочку «Не выполнять выход». То есть, если вы всегда будете подключаться к Zoom с этого компьютера, с этого устройства, однократно проведенной авторизации вам хватит. Нажимаю «Войти». И вот я вошел в приложение Zoom как Игорь Черноусов. Откуда он берет мои данные? А из того профиля, который у вас появляется сразу же после регистрации. Когда вы на официальном сайте вводите логин и пароль, вы попадаете внутрь своей учетной записи. И вот здесь, в настройках профиля, вы можете загрузить свою фотографию. Вы можете написать свое имя, фамилию правильно, как это будет отображаться у вас при подключении к конференции, все вот заполнить, все, что вам надо, и сохранить. Благодаря тому, что вы зарегистрировались и еще авторизировались в приложении, подключение к конференциям уже будет происходить с вашей аватаркой, с вашей правильной фамилией и правильным именем. Сейчас некоторые конференции не пускают неавторизированных пользователей, потому что Zoom делает все возможное, чтобы его сервисом пользовались не все подряд, а только люди, которые, например, прошли хотя бы какую-то бесплатную, но все-таки регистрацию на сервисе. Что делать тем, у кого нет вообще регистрации в сервисе Zoom? Тут опять же нет ничего сложного и сверхъестественного. Вы опять же попадаете на главную страничку сайта Zoom, нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно» и проходите несколько шагов, правильно указываете желательно данные по году рождения, нажимаете «Продолжить», переходите к следующему шагу, указываете адрес электронной почты. Этот адрес не должен быть задействован в какой-то уже учетной записи Zoom. Я возьму сейчас другую почту, нажму «Регистрация». Обязательно нужно пройти капчу. На вашу электронную почту приходит письмо для активации. Вот так это письмо выглядит, тоже от сервиса Zoom, но с тем и активируйте свою учетную запись. Вот я сейчас скопирую эту ссылку и вставлю ее в том браузере, где я как раз прохожу регистрацию. Вот для чего иногда приходится это делать. Все. Учетная запись активирована, и вам сразу предлагают заполнить свой профиль. Смотрите, не придумывайте, а указывайте свое имя. Придумывайте пароль. Опять же, пароль должен быть сложным. Английские буквы, цифры в разных реестрах. Подтверждаете, что вы не робот. У Zoom есть много разных предложений для учебных организаций, но так как вы не учебная организация, выбираете «Нет», нажимаем «Продолжить». Вот этот шаг «Пригласить коллег» вы можете пропустить. Zoom может работать точно так же, как Skype. Если у вас есть знакомые, которые так же, как и вы, прошли регистрацию в Zoom, вы можете добавить их в свой список контактов. Об этом есть отдельный ролик. Сейчас можете нажать «Пропустить этот шаг».
Все, регистрация закончена. Вам сразу же создают конференцию. Вот ссылочка на эту конференцию, и вы можете начинать, и можете начинать использовать Zoom как организатор конференции, а не только как человек, который к ним присоединяется. Но на бесплатной версии, если вы не образовательное учреждение, конечно, много достаточно ограничений есть. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать о регистрации Zoom. Если у вас остались какие-то вопросы, что-то непонятно, пожалуйста, пишите их в комментариях. Если потребуется какая-то дополнительная помощь по Zoom, в первом закрепленном комментарии мой WhatsApp пишите, помогу, проконсультирую. Всем счастливо! С вами был Игорь Черноусов.